Минувшие выходные стали испытанием на прочность для всех систем жизнеобеспечения Мурманской области. Погодные условия, а именно циклон, который обрушился на Кольский полуостров со стороны Баренцева моря и прошел над регионом сильным порывистым ветром, снегом и метелью, стал проверкой для всех служб. В целях обеспечения безопасности граждан опасные участки дорог закрывались для проезда. На трассах для помощи водителям, оказавшимся в снежных заторах, работали пункты обогрева МЧС. Как сообщили в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, для уборки снега на федеральных и региональных трассах области выделили 140 единиц техники. Напомним, что в минувшие выходные Кольский полуостров оказался под влиянием активного циклона, сместившегося с Баренцева моря на Канино-Колгуевский район и далее на Республику Коми. В нашем регионе усилился северо-западный ветер в порывах до 23 метров в секунду. Прошел снег, наиболее интенсивный на севере области. Метель с ухудшением видимости до 100 метров. На крайнем севере области местами выпало до 70% месячной нормы осадков.